нужна своя фасовочная линия. И не только крупу мы сейчас, свою крупу фасуем, еще фасуем ячмень, пшеница, уже как бы, такого у нас чуваши пока не было. Для лечебных целей многие спрашивают. Овес уже у нас свой чувашский, солода, это венские искры уже тоже начали, солод для пива тоже начали сами фасовать уже. А так спросом пользуются. Перловка, ячневая, пшеничная, полбодробленная и цельная, горох колотый и цельный. 7 видов круп обрабатывает, фасует и реализует продовольственный фонд Чувашии. Продукция качественная, работают с проверенными контрагентами. Во время пандемии коронавируса предприятию совместно с волонтерами Аграрного университета меньше чем за месяц удалось собрать 20 тысяч продуктовых наборов для нуждающихся. Их получателями стали почти 19 тысяч жителей со всех районов республики. Это пожилые и маломобильные граждане. Впервые за всю историю предприятия все виды круп удостоены наград международного конкурса «Гарантия качества 2020», организованного Федеральным научным центром пищевых систем имени Горбатова. 4 золотых и 3 серебряные медали получил продфонд на этой выставке. Главная задача продовольственного фонда – обеспечить жителей республики качественной и безопасной продукцией по доступным ценам, а аграриев – качественными минеральными удобрениями, посевным материалом и ГСМ. Большое преимущество для клиентов предприятия – возможность работать по взаимозачету. За предоставленные услуги аграрии могут расплачиваться зерном. Удобно работать и по рассрочке, когда не хватает оборотных средств. По словам генерального директора продфонда Чувашии Александра Богданова, с 1 марта эта работа уже активно ведется. В этом году продфонд расширил ассортимент поставляемых минеральных удобрений до 10 наименований. Он обеспечивает полезными веществами для почвы более 1/3 хозяйств республики.